Друзья, приветствую вас на моем канале Шамбала Гембала. И сегодня у нас на обзоре суперавтомобиль. В масштабе 1:24. Это Шаман от китайского производителя игрушечных автомобилей. Давайте его осмотрим. Вот он какой мощный и красивый. В таком оригинальном оранжевом цвете, которые используются для экспедиций. 8 колес, представьте себе, друзья. Так, они прорезиновые. Имеют амортизацию все оси. В модели открываются все видные детали, двери. Дает звук. Открывается капот. Здесь прорисовка детализации двигателя. Эти двери тоже открываются, и открывается люк еще. Заглянем. Проработано водительское место. Ну, колеса у нас не поворачиваются в разные стороны, вправо-влево. Руль, так сказать, у нас не работает. Также снимается у нас верх. Сейчас попробую снять. Снимается, значит, крыша и превращается вот в такой пикап. Вроде такая дешевая и грубая игрушка, но детализация очень шикарная, соответствует настоящему шаману. Для своей коллекции можно держать, это масштаб 1:24, по-моему, 1:24, да, а может быть 1:27. Посмотрим на дно. Здесь стоят у нас три батарейки, которые дают звуковую сигнализацию, и также светятся в ночь фары. Классная машинка, свою коллекцию. Так, вот так у нас крыша выглядит. У крыши даже открываются, закрываются форточки. Вот такая детализация на этот автомобиль. Можете заказывать из Китая. Очень интересная моделька. Всем советую. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.